Харьков против Белой Церкви и еще чуть-чуть Киева. Белая Церковь и Киев, там Матвейчан. Дайте шумов! Да начнется битва! Полетели! Come on! Да, пускай я заболею, даже если мои ноги замерзнут, то зато я классно проведу сегодня время и проведу эфир. Молодое поколение на танцполе очень радует, что именно молодежь так танцует, потому что молодежь — это наше будущее. Это наше будущее, ребята. И все это Украина, все это ребята с нашей страны, с нашей видной Украины. Сейчас здесь, тут, в Харькове. Со всей Украины приехали ребята. Белая Церковь. Поэтому вот из-за таких рутин ребятам нравится быть в команде. Нравится быть в команде, нравится делать то, что они делают сейчас в танцполе. Чувствовать себя одним целым. Показывать свой стиль, свое мастерство. Белая Церковь! Так. Красавчики. All Stars Community на танцполе. Hello, buddy people, all the world. If you see us, thank you. All Stars. We are in the Харьков City. Break Kids 2019. Yeah. Окей, наверное, не ошибся. В общем, 2019 мы в Харькове, Украина. Продолжается топ-8 команд. Белая Церковь. Город Харьков сражается на танцполе. Эти парни тоже приехали побеждать. И каждый раунд сопровождается командным взаимодействием. Маленький ребенок обыгрывается. Это Картерио. Чемп. Молодой чемп of the world. Чуть-чуть сбавил обороты, но тем не менее он очень мощные штуки делает. Вот какие, такие как сейчас. Сабр тут. Белая Церковь. Плюс один. Минус один All Stars. Люди подходят, все подходят, но я вот вижу, они там ютятся возле прохода, а у нас трибуны свободны. И просто людям, наверное, нравится больше стоять и поддерживать. И, возможно, люди думали, что они придут и одним глазком посмотрят, и потом пойдут дальше. А нет, наша туса завлекает очень сильно и оставляет надолго на месте с помощью таких вот ярких движений на танцполе. Очень интересно смотреть. Вот так вот. Вот так вот Белая Церковь, да, здесь. Они тут. Они хотят победить. Хочется крикнуть людям всем. Проходите сюда, давайте, у нас есть места. Но меня никто не услышит, потому что я без микрофона. Без микрофона. Я с другим микрофоном. Микрофоном для трансляции. Ну ничего, я, может, туда подключусь и буду... разыгрывать у нас сегодня призы, футболочки есть для зрителей, кто с нами до конца, то сегодня будет отблагодарен. А вот какой-то парень возле, прыгает возле нашего.
нашего логотипа. Оу, е. Батл продолжается. Батл продолжается. Вот Матвейчан на танцполе. Полетели, полетели. Вот такой вот был раунд, очень мощный. Что же ответит All Stars? Продолжаем. Белая церковь. Хороша, хороша. И вот такая вот девчонка на танцполе с растяжечкой. Серьезно. 3, 2, 3. All Stars собирает. Нечисто, значит, что-то было. Нечисто, да. Продолжаем. Да, конечно, сегодня с погодкой нам не повезло, но все равно ребята очень мощно двигаются. Очень мощно двигаются. Бивой Миха. Боевая единица All Stars. Есть хорошие движения, давай, давай, Миха. Мувы, комплекция, растяжка. В общем, тоже хороший парень. На танцполе Бигел Риво. Девушка снова на танцполе. Девчонки рулят. Две команды на танцполе в командных одеяниях. Очень классно, очень круто смотреть, когда ребята подчеркивают свой стиль одеждой командной. Так как это команда. Все-таки он остался один. Миха сел один. Но ничего, один тоже может. Это доказал прошлый батл, когда Барс, ух, как подщекотал нервы X-Makers команде. Да, он делал такие штуки. Но ничего, мы его еще увидим на батле аматоров. Четыре угла, он будет в финале. У него есть все шансы победить. И у всех остальных тоже. Но уже будет, возможно, чуть посложнее, потому что здесь он потратил достаточно много элементов. И снова здесь космический раунд от Картерио. Чек. Наконец-то я услышал. Отлично.